Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Умта на серии Knave Times RP. Это, думаю, серия будет вам полезная, посмотрите до конца. По названию видео, вы, думаю, все поняли, я буду сшивать сегодня все топовые чипы. И чип на 86 километров я вам покажу, и комфортный чип для Мерседеса, и чип на 1300 километров для Ригеры, и чип на 5000 километров, и чип на 15000 километров. Все я сегодня вам покажу и солю свои все топовые чипы. Думаю, это все ждали этого, когда я солю чипы. Кого бы нам взять как подопытного кролика? Ну, думаю, блин, нужно взять SLS, потому что чип хороший. Смотрите, это SLS, да? Давайте, не знаю, наверное, здесь начнем. В принципе, да? Не, давайте туда отъедем повыше. Я у дома наш. Так. Смотрите, давайте первый чип. Вот чип на 86 километров я, наверное, не знаю, когда покажу, но главное, чтобы достали серию. Чип для Мерседеса и для BMW M5.60. Очень крутой чип. Очень крутой. Это чип для M5.60. Ну вот, давайте я покажу настройки. Вот, движок, тело, колеса, вид, модель флаги. Настройки, флаги. Ну, это все понятно. Как сделать, чтобы четко под этот Mercedes был чип? Просто нажимаете вот здесь 4, четверочку и все. И он у вас четко. Итак, смотрите, этот чип подойдет на M5.60, хорошо, и на вот этот Mercedes. Смотрите, можно так бочком давать, да? Можно так кружиться, кружиться, можно. Максималка у него, по-моему, 300. Но чип очень крутой. Под нитро можно бочком давать. Если без нитро ехать... Она едет хорошо тоже, смотрите. Ручником просто балуемся, и все у вас хорошо. Чип очень классный. На нем уже езжу на протяжении года, на этом чипе. Мне он очень нравится, и вам советую. Ну, думаю, вы поставите на паузу и посмотрите еще раз настройки. Он, в принципе, валит 300, и валит примерно очень хорошо. Очень хорошо валит этот чип. Давайте теперь я покажу вам чип для Ригеры. Чип для Ригеры, именно для Ригеры. Чип на 1300 км, на котором можно удобно ездить. Ну, не знаю, удобно будет ли вам, но я уже привык к этому чипу. Смотрите, загружаем. Чип называется вот Turbo. Загружаем. Смотрите, в чем прикол. Вы видите, он 1300 ездит. Ну, к нему нужно привыкнуть. Но чип очень крутой именно для этой тачки. Он именно охеренно работает именно на Ригере. Ну, можете попробовать на своей машине. Сейчас я вам позже настройки покажу. Она именно едет быстро. Вы можете с любой точки быстро доехать. Потихонечку просто нажимайте газ. Если вам нужно притопить, ну, притапливайте вот так просто. И у нее тормоза очень хорошие. Она, если касается четырьмя колесами, моментально останавливается. Видите? Вот и все. Останавливается хорошо. Просто нажимаете на ручник. И все. Она быстро останавливается. Чип очень крутой, очень классный. Именно для Ригеры он просто восхитительный. Реально, очень крутой чип. Это мне подписчик подогнал. Он очень крутой чип сделал. Вот. Для Ригеры самое то просто. Просто топчик. Можете так наваливать спокойно, видите? Ну, к нему нужно привыкнуть. Я просто в Умта один день не играл. Немного отвык. Но тачка едет нормально. Смотрите, вот так вот. 1300, так, пуньк. Видите, как можно ехать быстро. Это из-за НБ у меня подлагивает, а так у меня вообще не подлагивает, в принципе. Ну и можете вот так улететь, в принципе. Чип очень крутой, очень классный. Советую всем. Давайте я солю настройки вам, наверное. Да, наверное, я вам солю настройки. Так, это карта. Смотрите, движок. Движок, тело, колеса, вид, модель флаги и вот еще модель флаги. Все четко. Очень крутой чип, так что всем советую. Можете себе ставить. Давайте теперь чип вам другой продемонстрирую, тоже под Ригеру. Ну, может, под любую тачку, в принципе. Я просто на других тачках этот чип не пробовал. Вот, Turbo 2. Turbo 2, вот. Вот, Turbo 2. Здесь, по-моему, максималка 5 или 8 тысяч километров.
или 2000 километров, я не помню. Или 2000, или 5, я точно не помню. Но чип очень мощный тоже. Видите, если так потихоньку ехать, можно, в принципе, с ним справляться, как вы поняли. Вот так, можно с ним просто справляться. Тормоза хорошие, моментально тачка останавливается, смотрите. Просто моментально тачка останавливается. Ну, это для трамплинчика вам такое. Вот такой вот чип, давайте я вам покажу настройки. Так, движок, тело, колеса, вид, флаги, настройки, ну и все такое. Давайте теперь еще один чип покажу. Это, по-моему, чип на 15 тысяч километров сейчас сделан. Сейчас. Turbo 3 написано даже, вот он вверху. Этот чип круче, чем предыдущий, потому что он реально, на нем можно такие финты крутить. Не, ну самый зверский чип я вам покажу, наверное, после этого. Это чип на 86 километров. 86 тысяч километров. Это еще ручником не надо баловаться, главное, на этом чипе. Ну, тоже на нем можно хорошо поиграть. Просто даете так тапку в пол, и все. Ну, можно, он останавливается тоже очень быстро. Только лучше тормозить кнопкой S. Видите, он сальтушки такие крутит потом. Нажимаете кнопку S, и он крутит сальтушки. Но чип тоже прикольный, в принципе, да? Очень тоже прикольный. Давайте я вам покажу. Движок, тело, колеса, вид, модели флаги, настройки флаги. Вот так вот. Давайте теперь покажу вам самый ебанутый чип. Называется он пиздец. Сейчас я вам все продемонстрирую. Просто нажимаете тапку в пол, и вы летите просто в небытие. Просто улетаете, ну, в воду. Можете как думать, так и говорить. Вы просто улетаете в воду, по сути, да? Но я, в принципе, показывал, что этот чип может. Все его, в принципе, меня просили, чтобы я его дал. Ну вот, я его и сливаю, в принципе. Видите, можно так тпхаться по карте, если телепорт, вот, допустим, у вас сломался. У меня было такое, что телепорт ломается, и я могу тпхаться только в одно место. Ну, этот чип просто бешеный, как вы можете заметить. Просто он бешеный. Вы просто через текстуры пролетаете. Просто через текстуры пролетаете, реально. Вот так вот, оп. Просто, смотрите, вот это было просто красиво, реально. Вот это было красиво. Ну, вы поняли, думаю, что с чипом этим можно делать. Можно делать все. Чип на 86 тысяч километров. Я один раз всего лишь разгонял до 86 тысяч километров. А так она едет 35 тысяч, может спокойно ехать. А разогнать ее именно до 86 тысяч километров, это не каждому дано. Ну, попробуйте в аэропорту ЛС, в принципе, разогнать ее. Ого, как мы где появились. Ну вот, я сливаю движок. Вот движок, в принципе, тело, колеса, вид, модели флаги, настройки флаги. Ну, думаю, вы все поняли. Это еще не все чипы, какие у меня есть. Есть еще дрифтовый чип для Чирона. Ну, может быть, не только для Чирона, но я его для Чирона делал. Вот Чирон. Давно, кстати, Чирон, я не катался на нем. Так, он называется Дрифт. Где-то здесь должен быть, вот. Дрифт 2, это задний привод, по-моему. Вот, на Чироне можно дрифтить тоже хорошо. Это дрифтовый чип для Чирона. И он, в принципе, очень прикольный. Очень прикольный чип для Чирона, для дрифта. Если у вас есть Чирон, можете, в принципе, копировать его и дрифтить. Чип прикольный, интересный тоже. Можно хорошо на него. Ну, я на видосе на нем дрифтил. В принципе, да. Прикладочки можно делать. Чип такой дрифтовый. Это все чипы, какими я пользуюсь постоянно. Давайте я вам покажу. Вот. Движок, тело, колеса, вид, модели флаги, модель... Настройки флаги, вот. Какие еще чипы есть? Есть еще чип на задний привод дрифтовый. Вот, дрифт 2. Так, только это надо убрать, я случайно нажал. Но это сложно на нем дрифтить. И он здесь не работает. Чувак, зачем мне спайдер? Ну да, этот можете пропустить сейчас. Что еще за чипы есть, я не знаю. Чип на Хуракан есть, если вам интересно. Ну, на Чирон тяжело чип подобрать.
Давайте я вам покажу чип для Chiron, потому что на Chiron тяжело чип подобрать. Вот, чип Chiron. Очень нормальный такой, в принципе. На нем машина более-менее едет еще. Могу вам показать чип на Chiron, каким я тоже пользуюсь, в принципе. Chiron какой-то сильно низкий, он царапается. Но на этом чипе он не так сильно царапается, в принципе. И мне это нравится. Опа. Давайте покажу. Настройки, тело, колеса, вид, флаги, настройки. Что еще за чипы есть? Сейчас посмотрю. Ну, М4 вам будет неинтересно. М5,60. ГТР-35 есть чип, но думаю, вам тоже не будет он интересно. Ну, в принципе, это все чипы, какие я вам хотел сегодня показать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm